Это событие называют знаковым, еще одним свидетельством нового этапа партнерства между нашими народами. Ведь факт того, что именно Туркменистан стал страной, куда президент Шавкат Мирзиёев совершил свой первый государственный визит в марте этого года, говорит о многом. В первую очередь о важнейшем векторе внешней политики Узбекистана. Взаимовыгодное сотрудничество с соседями, открытый, доверительный диалог. Именно на этом фундаменте строится новая архитектура региональных отношений. Она скреплена и многовековой историей, и взаимообогащением культуры, и стремлением лидеров стран в наши дни сообща решать задачи глобального уровня, приходить к общему знаменателю. А он один, понятный и близкий каждому. Чтобы народы жили в мире, толерантности, экономическом благополучии. На языке мира и дружбы, партнерства говорят сегодня и представители спорта. Здесь, в Туркменистане, Азиада выступает именно подобной площадкой. По приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова для участия в торжественной церемонии открытия 5-х азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабад прибыл президент Шавкат Мирзиёев. В международном аэропорту руководителя Узбекистана ждали как самого дорогого гостя. Его встречал заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Эсенмират Арасгельдыев. Затем состоялась встреча глав наших государств, по-особенному теплая и искренняя. Под стать доверительным дружеским отношениям, что установились между президентами в наши дни. В ходе нее лидеры стран обсудили немало актуальных вопросов. По каким направлениям важно активизировать партнерство? Какие правовые и институциональные механизмы задействовать? Естественно, сверили часы и по требующим скоординированных усилий вопросам международной повестки дня. Шавкат Мирзиёев уверен, партнерство будет развиваться по всем направлениям. Азиатские игры станут значимым событием глобального масштаба, еще больше объединяющим страны. Гурбангулы Бердымухамедов в эти минуты подчеркивает, данная встреча – логическое продолжение последовательно развивающихся взаимовыгодных и активных переговоров. И то, что особое внимание спорту в Узбекистане дает впечатляющие результаты. Пример – уже завоеванные нашими спортсменами медали на Азиаде 2017. Она более чем представительная. Поддержать своих атлетов прибыли главы многих государств. Об особой роли спорта на глобальной карте мира говорилось на торжественном приеме, организованном в честь высоких гостей. Он прошел в торгово-промышленной палате Туркменистана. 2017. Именно с этой временной точки начался отчет торжественной церемонии открытия азиатских игр. К ней готовились, отмечают организаторы, не один год. Почетным гостем событий мирового масштаба стал президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Прозвучал гонг колокола, и азиатские игры были объявлены открытыми. Волнительные мгновения. Под всеобщие овации на арену стадиона выходит команда Узбекистана. Развивается флаг нашей страны. Сборная, представленная самыми лучшими спортсменами, участниками Олимпийских и Азиатских игр, мировых и континентальных первенств и молодыми начинающими спортсменами. На этом визит президента Шавката Мирзиёева в Туркменистан завершился. Вылетев из Ашхабада, руководитель страны прибыл в столицу нашей республики, город Ташкент.